Ну и наконец-то мы, ребята, добрались до коричневого мишки. Знаете что? Я тут такой вот посмотрел на квест, я его взял, не знаю, минуты две побегал по полю. Вот, смотрите, я его уже почти выполнил. И такой вот, блин, почему же я сразу не пошел к коричневому мишке, если у него такие легкие квесты? Ну, к сожалению, я этого не знал. Ладно, сейчас вот это вот мы выполним, и этот мишка нам откроет вот этот вот камин с чулками. Это очень полезная штука, очень хорошая, потому что она открывает вам возможность его использовать раз в час и что-то получать. А что? Смотрите до конца, потому что мы сейчас выполним задание, его очень быстро выполним и будем делать обзорчик на вот эту вот штуковину. Никаких секретов по поводу использования этой штуки нету, вам просто нужно подойти, использовать и уйти. Так, это что такое? Это чей медведь? Давайте мы его попробуем убить. Кто-то решил поубивать медвежонка и умер. Сейчас мы ему поможем. О, смотрите, снежинки надо забрать. Забираем, отличненько. Что там? Убили? Не убили? А, так он получает награду, мы не видим. Ладно, короче, вот. Сейчас убиваем еще одного леди бага. Ну, можно сразу двух убить. Не буду же оставлять одного вот так вот без своего напарника. Окей, отправил двух в нокаут. И сейчас по дорожке соберем пару снежинок. И, ребята, быстро сдадим квест коричневому мишке. Так, ну, у нас еще пару квестов осталось. И, ребят, мы откроем все-все-все вот эти вот бисмас-инструменты для фарма разных крутых ресурсов. Окей, сдаем квест. Тут награда, мне кажется, будет очень нубская, потому что квест был очень изичный. А я бы даже не сказал, что очень нубская. Ребят, 3 микроконвертера и Magic Bean. Но джинджербредку не дали. Серьезно. В общем, вот эта вот штука. Если вы ее используете, вы получите 3 предмета. Один из них это будет снаряжение для вашей пчелки. И тут выпадают рандомные вещи, никому не понятно, какие там вещи будут. Но с прошлого бисмаса известно, что отсюда можно достать очень редкую шмотку. Это уголек, который вы можете получить также с помощью Баблмена из 25-й локации. Не, из 30-й локации, ребят, вы все представляете? Вот эта вот штука, которая доступна для всех, даже для тех, кто просто зашел в игру, разрешает вам достать ту шмотку, которую можно достать только с 30 пчелок. Но эта шмотка, если честно, я даже не знаю, если бы я ее достал, мне кажется, я ее использовать не буду, потому что этот уголек это такое себе. В общем, эту штуку можно использовать раз в час, и отсюда еще кроме вещей можно доставать разные, очень-очень даже разные предметы. Ну, те предметы, которые вы можете доставать и в любых других местах. В общем, смотрите, из этой штуки можно достать и джинджербредку, и золотое яйцо. Золотое яйцо лично мне на прошлом бисмосе выпадало. И алмазное яйцо, и мифик яйцо, и даже, ребятам, вот этот вот Festive Bean, праздничный росточек, который дает очень много бустов крутых, классных, что вы с ним можете фармиться очень сильно. Ну, это, блин, сложно получить. Вам надо будет по КД юзать все вот эти вот 64 дня, чтобы что-то ценное достать. Вот, смотрите, мне сейчас энзимка выпала. Микроконвертер, который я не мог поднять, потому что у меня максимум. И вот такую вот штуку. Стокинг. Давайте сейчас посмотрим, что это за такой стокинг. Он, походу, переместился в Bigwig Storage. В Bigwig Storage. Вот этот вот сундучок возле нового медвежонка. А потому что у меня вот сейчас вроде бы инвентарь полностью забит, у меня нету места для вещей. Вот видите, вот все-все-все забито. Окей, давайте сейчас мы попробуем посмотреть, что это за такой стор... Что я такое что достал? Я забыл, как он называется. Ладно, сейчас вот посмотрим. Вот, Бисмас Топ. Мы сейчас вот смотрим сюда и видим, что эта штука увеличивает Critical Power на 4%. А эта штука, если 4% к обычному Critical Power, то значит к Super Critical Power дает 8%. Ну и еще увеличивает критический шанс и Ability Rate всех пчелок. Это тоже очень хорошая имбовая пчелка. Хорошая имбовая штука, потому что она увеличивает, ребята, скорость спавна пчелками разных токенов способностей. Ну, я раньше эти штуки выбрасывал, потому что я не особо понимал, как бы, ну, для чего Ability Rate нужен. Ну и особо, как бы, у меня места не было, если честно. У меня, скорее всего, места не было, и поэтому я выбрасывал вот эти вещи, оставлял более лучшие.
Окей, ну вот как-то так, ребята. Юзайте камин с чулками ПКД и доставайте хорошие награды. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами был Гуф-Гуф. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.